Проект государственной корпорации «Ренова» вышел на новую стадию. Сейчас инвестор оформляет земельный участок. Меморандум о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта глава Чувашии и председатель Совета директоров корпорации подписали в Сочи. В правительстве региона согласовывают все необходимые процедуры при строительстве теплиц. В первую очередь агрокомплексы планируют сдать в конце следующего года. Инвестор приобрел земли в Чебоксарском районе. Общая площадь участка 50 гектаров. Субсидии на подведение газовых сетей и автодороги намерены выделить в Фонде развития промышленности. Для этого сегодня компании была проделана работа, связанная с формированием земельного участка, который для линейных объектов, которые проходят по землям пайщиков. Эти земли сегодня компания «Русские теплицы» выкупает у пайщиков, это 11 пайщиков. И в настоящее время, вот мы с вами общаемся, в настоящее время идет регистрация сделки договора купли-продажи. Поэтому все земельные вопросы у нас решены. Комплекс будет состоять из двух этапов, двух больших теплиц, порядка 20 гектаров каждый комплекс занимать. На сегодня ведется проектирование этого комплекса. Ориентировочное начало стройки – это конец первого квартала 2018 года. Сегодня компания проходит процедуру, связанную с экспертизой проекта, самого тепличного комплекса, с последующей уже его строительством и вводом в эксплуатацию в конце четвертого квартала 2018 года. Второй этап комплекса будет запущен в 2019 году, тот тоже в аналогичные сроки, введен тоже в эти же сроки четвертого квартала 2019 года.